Президент встретился с избранными губернаторами региона. В числе приглашенных был и Вениамин Кондратьев. О прошедших выборах говорили в сочинской резиденции главы государства Бочаров Ручей. Путин отметил, что во многих субъектах они прошли в условиях острой конкуренции, а явка граждан на голосование заметно выросла. А это накладывает определенную ответственность на избранных губернаторов. Поддержка граждан, которую вы получили, означает только одно. Работать надо с еще большей отдачей, с еще большим напряжением сил. Это касается и вас, и ваших команд. Надо постоянно, независимо от политического календаря, проявлять к людям внимание. Делать это без всяких ссылок на текущие сложности. Не отмахиваться от проблем. Ну и самое главное, уважаемые друзья, если уж вы пришли во власть, избрались, люди вам доверили такие высокие посты, работать нужно честно и с полной отдачей, иначе не нужно сюда приходить. Еще одна задача, которую президент поставил перед избранными главами – прозрачность власти. К слову, именно этот принцип Вениамин Кондратьев взял с самого начала за основу в своей работе. По мнению руководителя Краснодарского края, действия чиновников всех уровней должны быть открыты и понятны жителям. Даже находясь в должности исполняющего обязанности губернатора, для себя и для коллег определил этот главный принцип. То есть вся наша деятельность власти, начиная от муниципалитета и заканчивая главой региона, должна быть прозрачной, открытой. Люди должны понимать, кто и что закупает для госнужд, кто выполняет работы для госнужд, подрядные работы, строительные и иные. То есть это позволит, на самом деле, нашему населению, неважно, где они будут находиться, в хуторе, станице, в районе или в краевом центре, понимать, что власть на самом деле работает на интересы людей. А это самое главное, что должны понимать наши жители, что власть и народ на самом деле едины. Это не слова, это образ жизни и власти, и в целом задачи, которые они перед собой ставят. Губернаторские выборы в минувшее воскресенье прошли в 23 регионах страны. В Краснодарском крае по их итогам победил Вениамин Кондратьев. За него отдали свои голоса больше 83% кубанцев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.